так, в рамках нашего проекта «Долголетие в Мурманске». Сохраню запись, потом посмотрите. Мы потихонечку подправляем какие-то наши техники. И сегодня Фухуцзян рассмотрим усмирение тигра. На что обратить внимание. Итак, положение стоп. Сзади стопа 90 градусов примерно, а передняя прямо, то есть буква «Г» такая получается. Вот длина шага, она индивидуальна. Ну, примерно это для вас два ваших обычных шага. То есть раз-два, вот примерно такая длина. Раз-два, поставили ноги. И вот когда мы будем садиться назад, вы сразу почувствуете, как вы отводите центр тяжести вот сюда, как будто присаживаетесь. Одновременно немножко отводя таз назад. Вот. Руки пока не надо, ничего, можно руками подержаться за ноги. Вот. Это вот как упражнение. Почувствовать удобство, что весь тело сзади с одной стороны и с другой стороны. Попробуйте. Вот. Почувствуйте натяжение между тазобедренным суставом, носком, вот такое натяжение, между коленом, носком. При этом желательно как можно фронтальнее поворачиваться. Посмотрите, вот. О. То есть не вот так вот боком, а вот сюда, в сторону этой ноги. Взгляд направляем вот сюда. Попробовали, пока вот это первое упражнение поделали. О. А потом выставляем одна рука напротив тазобедренного сустава. Обратите внимание, раскрыта. То есть не прижата, а раскрыта. А вторая возле колена. И его взгляд у меня сюда. Вот присели. И теперь потихонечку, когда нашли удобное положение, весь тело назад. Небольшие усилия. Назад, вперед. Назад, вперед. В базовом варианте вот этого усилия назад, вперед достаточно. Попробуйте. Неплохо. Фронтальнее развернуться. Еще раз посмотрите, сейчас другую ногу поставим. Буква «Г» стопы поставили, сели. И вот сюда прямо я, пока руки не трогаю, довернулся, довернулся, довернулся. Опа! И встал. Вот, вот так. И потихонечку назад, вперед, назад, вперед. Так, расшевелил тело. Есть ли еще вопросы? Ну, я совсем не так делала. Ну, это совсем нормально. Теперь я чувствую, как мышца тянется и налево, и направо. Вот, там натяжения такие, да. Сухожильные, фасы, да, мышцы. И хорошо укрепляется спина и ноги. Важно вот этот небольшой наклон вперед, весь тело назад смещать и фронтальный. И фронтальный. И живот. Живот подтянут. Подтянут. Да. Вот мышцы дело. Собраны. Дело в животе. Нет, если да. Живот почувствует подтянутость, значит правильно сделано. Да.